Ввиду того, что мы не можем тратить сейчас муниципальные деньги на ремонт памятников, значит, все, что было связано с реконструкцией театра Василия Александрии, то, что я делал, значит, это я делал за свой счет и тех ребят, которые как бы добровольно помогали, да. Поэтому хочу вас проинформировать, что я сегодня же, значит, решил с самого утра, значит, закупить все необходимые строительные материалы. Это новый гранит, новый камень, краску. Все для того, чтобы сделать капитальный ремонт этого памятника. Да, мне там что-то насчитали больше 100 тысяч лей. Но Высоцкий, это является человеком, ну, имя которого должно жить вечно. Я могу отремонтировать этот памятник, но нам с вами нужно ремонтировать всю страну. Вы знаете, я вот даже себе отметил, вот из израильских яблок. Вы посмотрите, как здорово говорил Владимир Семенович Высоцкий про ситуацию, которая есть у нас в стране. Прискакали. Гляжу, пред очами не райское что-то. Не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота. И огромный этап, 5000 на коленях сидел. Понимаете? Я считаю, что сегодня мы должны с вами думать о полной перезагрузке страны. Я высказался по поводу решения Конституционного суда. Значит, я высказывался неоднозначно о том, как у нас сегодня управляется Молдова. Касается и вопросов к правительству, и президенту страны, этих жуликов и воров, которые там больше, кем является большая часть депутата сегодняшнего парламента. И я думаю, что если каждый из вас прочитает хотя бы 3 стихотворения Высоцкого, настроение для того, чтобы добиться этих перемен, у тех, у которых оно есть, оно улучшится, а те, у которых его не было, оно появится. Из-за пандемии коронавируса в мире были приостановлены все международные проекты. Я хочу напомнить, что мы выиграли вместе с Баташанами грант 1 600 000 евро, то есть 800 тысяч евро уходит Баташан, 800 тысяч Бельцы. И здесь должен быть реализован проект Друмулу и Аминеску. Начинается он прямо от памятника Высоцкого. И здесь я все отремонтирую за свои деньги, потом мы продолжим реализацию этого проекта.